Мадридский Реал потерпел крупное гостевое поражение от Барселоны 5-1 в матче 10-го тура испанской премьеры. Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Заброс из глубины прошел на Жорди Альбу. Тот ворвался в штрафную и прострелил в центр на Филиппе Каутинье, который без помех расстрелял пустой угол ворот Реала, счет 1-0. На 30-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти в ворота Реала. Варан в штрафной ударил по ногам Луису Суаресу. Сам пострадавший реализовал пенальти 2-0. Отквитать один мяч мадридцам удалось на 50-й минуте. Начо прострелил с правого края. Иск дошел до лицевой и сделал передачу в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Марселу, который расстрелял ворота Тер Штегена 2-1. На 75-й минуте Дембеле прошел по центру и сделал передачу на Серхи Роберто. Тот навесил в штрафную Реала, а Луис Суарес кивком головы послал мяч в угол ворот, счет 3-1. На 83-й минуте Серхи Роберто выиграл борьбу у Рамоса и тут же сделал передачу на ход Луису Суаресу, который выскочил 1-1 и аккуратно перебросил Куртуа, 4-1. А на 87-й минуте Дембеле легко обыграл Начо, вошел в штрафную и навесил во вратарскую, откуда Видаль головой послал мяч в сетку ворот, 5-1. Таким образом, Барселона громит Реала на своем поле и с 21 очком возглавляет таблицу, а Реал с 14 очками на 9 месте. Watch how elegant, stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah, as the clock ticks. Watch how elegant, stand strong.